Ой, ужас, ужас. Безумно жалко человека, его семью, его сотрудников, его коллег, которые, конечно, пострадали морально, эмоционально, дай бог, не физически от этой ситуации. СМИ попалось, и мне кажется, они должны приносить свои извинения в таких ситуациях, но как минимум все, кто поддержал, не проверив эту тему, должны по 30-минутному рекламному ролику снять про бизнес Якунина и показывать несколько раз в день в прямом эфире на своих ресурсах.